Всем привет, друзья! Сегодня у нас гарнир, закуска из свежих огурцов за 2 минуты. Итак, берем огурец, очищаем его от кожицы. Это нужно сделать обязательно. Затем нарезаем его. Желательно, чтобы были кусочки не очень толстые. Выкладываем все это сразу на тарелку и берем морскую соль с травами. У меня была гималайская морская соль с итальянскими травами. Очень хорошая приправа. Все, закуска готова. Подписывайтесь на канал. Всего доброго, удачи вам, друзья!